Сегодня в Кремле проходит инаугурация президента России Владимира Путина. На торжественной церемонии присутствует олимпийская чемпионка 2018 по фигурному катанию Алина Загитова и ее тренер Этери Тутберидзе. Также в зале находится двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, известные тренеры Татьяна Тарасова и Нина Мозер. Действительно, тут очень волнительное событие, и я очень рада, то, что меня позвали на инаугурацию. Большая честь. Главное – держаться друг за друга, и я думаю, что все у нас будет хорошо, и будет мирное небо над головой.